Чуваки, встаем, наша позиция обычная. Сейчас затащим, не бздите. Это все так. Чушь. Все нормально. Бурятию посетишь? Ну, я ради женщин хотел туда съездить, но... Ну, типа, бурятские женщины известны, самые красивые. Но пока не уверен. Удачи на экзамен все, кто сдает. В Чечню нет, точно не поеду. Ролики путешествия у Усачева можешь посмотреть. Делать мне больше нечего, я не Федов, я хочу отдыхать, когда я отдыхаю. Монг вышел один, выпрыгнул из смока. Жди. Но он был бомж. Зачем меня заслепили в кухне, ребят? Не ты надо. Зря там пошел? А может и не зря? Дмитрий, считаешь, что тут? Это не мы заслепили, кстати, это они. Около бани, я его украл. Близко, лонг. Трое лонг. Идут. Хадес, уходи. Хадес, уходи быстрее. Уходи, уходи, Хадес. Все, я лонг. Приму. Ну, короче, дробовик не лучшее оружие дальнего боя. Близим, заходи. Да. Двое осталось. Давай, Мэтт. Один там, он стоит на лонге там. Не-не, ребят. Да я вообще один. Ну, блин, надо было пистолет лучше даже достать. Вот там, на лонге. Это правда? Да. Они будут отходить, Игорь, попробовать. Игорь, только не раш, пожалуйста. Они смок ему дали. Да, он вообще не видит. На кухне, может, пойдут. Залога берут. Залога берут, ты слышал? Стреляй, стреляй, стреляй сейчас, стреляй! Все уже, забей. Ос-ос. На лонге. Блин, чуваки, что... Быстро смоки кончились у нас, я вот что хотел сказать. И парни на лонге быстро что-то закончились. Закончились, наверное, потому что все пять. Дайте зайти, это не закупаемся реально на этот раунд, просто забейте вообще. Дайте рашить гараж с пистолетами, погнали. Давай ты первый, чтобы не запутались. Ну, окей, окей. Один направо забегите. Справа. Девайс, назад отходите уже. Так, такой раш был. Взяли залог. Ого, мне с этого, с окон. С лестницы с окон идут. Девайс нет. Ну, ХДС должен сейчас. Нет. ХДС, я бегу. Да все уже. Уносит, уносит. Какое говно этот пистолет, просто, я не знаю, 5 попаданий, 61. Что ты не за... попал там, по-моему. Ну какая разница, что я половину не попал, 5 раз я попал, чувак, 5. С армором, да. Это получается, мне надо было попасть? Ну, 8 да. раз. 8 раз, раз, отлично. Ладно, закупаемся, и, ну, давайте. Надо тащить за сильную сторону, это удивительно, на самом деле. Ну, 3 раунда мы пистолетку просрали. Пипец, я просто этот глок, это такое говно. Да. Только в мувиках, блин, у профессионалов. Не, вообще он в жизни там автоматически. Не, так не что, не. Если бы он так стрелял, то он бы тащил бы всю игру. А, давайте КС с жизнью сравнивать. Там чуваки, это я думаю, не будут сидеть в офисе каком-то сраном. Так, залог дальний, я в этом вдалеке сяду вообще. А, блин, кухню никто не держит со мной. Ну, авик у них есть. Простреливают этот авик. С бани. Закидывают мне слепу. Но они очень хорошо выходили без шансов для меня. Ну они халдят вообще, пипец. Понял, с правой стороны стоит. Ну, зайдем. Воу. Откуда? А минус. Там им прям прострелил насквозь. Тихо-тихо-тихо. Да блин, как? Зашел в 54, а двух в кухне выходит. Выходит на мид. Не попал ты. Ага, хорошо. Я вообще не понял, как там не залетело в голову. Блин, это просто несправедливо. Не знаю, где ласт. Ланге ласт. Тихо-тихо. Ланге тут. Ланге? Да, ну там, в той стороне. Может уже вот сюда. Без залога опять отдали в дым, там он может его взять. Но нет. Как же мне бесит эта дресня. Давайте, чуваки. Молодец. Да, вот это говно забери еще, отлично.
Фу! О, я не то взял. Не! Ух, спел. Так, ладно. Блин, я ударил по мышке, она теперь чувствительнее почему-то. DPI повысил. Да. Не, не помню, какой у меня был, синий, что ли. Чуваки, я АФК какое-то время, все. Окей. Угу. Блин, я не закупился в итоге, ну ладно. Ты прикрой, да, с бани? Да, да, окей. Хаешку туда дам. Есть там. Я понял уже. Расстреливает. Сейчас еще раз. Страш, справа. На столовку один заходит. Я отойду, перезарядиться. Я тоже отойду. Флешка. Угу. Они в бане, короче, сидят. Угу. 67 я снял там. Чуваку в хэд попал, но далеко было. Как он так среагировал, я вообще хз. Вот, остался красный. С бани пошел. На кухню. Хорошо. Последний. На лестнице, на лестнице. Да, и он с АВП. Не лезьте, не лезьте. 40 секунд. Пошел к окнам. Да. Откуда, откуда? Сакон. Сакон идет. Не знаю, куда пошел. На ланге уже топает. Не режь, выключатель не работает. Я свет включаю. Выключаю, вернее. Блин, кал. Блин, я помню, как в 1.6 нужно было выключать свет. Давайте прорашим гараж, ребята. Они сейчас не ждут. У меня есть бань. Ладно, я шучу, я шучу. Я останусь, вы хотите рашить. Не, не будем рашить. Блин, как же не повезло, залетел такой прикольный хэт и не убил нифига. Я вторую сторону как бомж. Ну, у них уже бомбит, это прям очень хороший знак. Лучше этого я не знаю, чем. Ну, 11.9, да, я тоже бомбил. Тем более у них сейчас рашит кухню. Иду, иду. У них нет денег, они не закупались. С пистолетами рашили. Сука. Давайте поприседаем, дружно. Чуваки, не могу не прорашить с этой позиции, простите. Я отдам вам калаш за это. Возьмите кто-нибудь нормальный калаш вместо албанского, я видел, у вас был. Да ладно, пошел бы с ты еще лучше пойдешь отдашь. Ладно. Да не ной ты, я же не купил в этот раз дресню. Не, все, я остановился, пусти, я передумал. Я понял, что умру. Видите, я взял себя в руки. Это много говорит. Ты ушел с длины, что ли? Где ты, брат? Иду в кухню. Мы с тобой в таком тандеме здесь стояли. Ну вот, видишь, к чему приходит. Так, ну, это пошел, потому что... Так я ж про... Я возвращаюсь на кухню, на свою. Да, ну да. Ладно, все, я на лонг. Держите кухню вдвоем. Скажете, если пробегут на мид, типа, через кухню. Кстати, интересно, вот. Мы вообще не смочим кухню почти никогда, я не знаю. Кому лонг играть. Главное, что мне в бок не прошли. Сидит в окне прям там, на гараже. Не, не ходите туда, значит. Геймер, не ходите туда. Лонг взяли авик. И ушли туда. С лонга ушел. А, блин, бай. Залог там стоит. Лонг идут, ХДС. Я вот так посмотрю. Авик взял. У геймера на кухне 4 глаза. Я, по-моему, не авик выбил. Авик выбил. Пейн, да. Может, взял. Норм. Я его туда им запихаю, чтобы они его подобрали. Сейчас, отойди, около отойди. Около геймера АВП осторожнее, здесь я слышу. Прям рядышком. 17 секунд осталось. ХДС, да, где-то в этом районе, слева. Да не там. Да он сейвит, сейвит, короче. Сейвит да. Где-то вот здесь, на окнах. Ну вот, я почти чётко сказал. Найс. ХДС, какой же ты сладенький. Главное, что АВП не дали. Да пошли.
Так, я теперь, ребят, я теперь длину держу с асфиксией, вы на кухне, потому что у меня оружие такое. Ну, окей. Понятно, что. С тобой буду. Хадес, прикрой, пожалуйста, вот здесь на окна тогда. Я попробую дострелить там, кого смогу. Кого смог. Даже. Простреливают с этой, с мухи. С окна. Попали по окну, снимешь? Ног пошел, плохой. В бане было, радар спился. Хелпуй, хелпуй. Ага, не отошли, я понял. Есть один. Да, видел, справа вылезал говнюк. Подождали. Хорошо, хорошо, он меня нашивал, а ты его кухнул. Сейчас я перетянусь. Был жесткий. Еще один там. Продолжается к нас стрелять. Необходимо. В окнах есть один. Че это за лаг был? Ты видел? Да, да, да. Вот говно. Пробежал к вам туда. Да, на кухне. Блин, мне стоять вообще отстанущий гранату закину. У тебя нечем? Убил меня. Он 50 хп у него. Я подойду. Как он лагает? Вы видели это говно? Или это я лагаю? Не-не, он походу. Один, по-моему, на респе у тебя. Но он рядом с баней пробегал. Со смухой стоит, по-моему. Че это вообще за бред, слышь ты, Гантун? Вообще бред какой-то. 109 пинку одного. Компьютер, у него ник. Какой офигенный S. Интернет. Четырнадцать. Смотрите, видите, как потно, но мы сыгрываемся уже, чувствуем друг друга. Это я просто чувствую, эти, такие я чувствую асфиксейшн. Ты чувствуешь друг друга? Да, да. Чувствую дыхание за это. Блин, второго не смог. Двое на лестнице, трое на лестнице поднимаются. Раша, да? Не, не с говном, по-моему, у них петушки там. Смог еще раз кинешь? Да, да, дал смог. Плюс они мою пушку добрали. С правой стороны один точно был. Лол, смог, наверное, нашел. Хорош. Сиди за ящиком, около бани. Трое осталось, да? Какой огонь у него. Блин, а если бы сразу вот этот... Сразу вот этот выстрел бы залетел, я бы и второго принял, но видите, не повезло. Я слишком люблю этот раш, чтобы от него отказаться. С Арсе я убивал вообще всю лестницу изи, но... Здесь нет такого оружия, которое летело бы, как тамошняя эмка, например. Прошел на лонг. Да, это бомжзак был. Играл с арабами драфте вне стрима. Нет, но я считаю, что мне немного не везло. Я реально обычно до полуфинала, финал всегда дохожу. Этот день был просто проклятый. Я обязательно сделаю стрим, где буду играть только драфт опять 10 часов, и я обещаю выиграть его. Я обещаю, ребят. Я сломал радио, чтобы оно вас не отвлекало здесь. А, с ланга идут двое. Да, да. Попов бы был мной недоволен. Еще один. Аккуратно. Кинул оружие. Окна. Чуваки, я не понял, что сейчас было, но это было слева. Прикольно. Все, ласт. Ушел. Убил меня, он на... Ага. Отлично, гагашечка. Сори, геймер. Я прям на рефлексе в него шмальнул. Что ж, первое, нам надо взять еще 6 подряд, если пометочку делаю. Звезду рисую. Один. Хорошо, хорошо. Хорошо. Смотрите, у них звание получше. Не просто. Они, видимо, думали, что у нас тоже калаши. Ну, стак нов обыграл чуваков. Ну, уже на автоматизме многие вещи. Погнали дальше. Да, кстати. Бхаов. Блин. Мегакот, нет, нельзя, у нас, видишь, стак уже готовый. Да, если кто-нибудь отвалится, то мы набираем. Ну, сегодня с нами рандомный чувак играет. То есть всегда есть у всех шанс.
Например, сегодня ни Наиль, ни Чиф не сказали. Ну, они сделали вид, что их нет, когда узнали, что офис как планируется. Они сказали, нет, мы не существуем в этой вселенной, к сожалению. Поэтому, ребята, если что, в чате у всех есть шанс попасть на игру. Играть лучше в калаше, это круто. Но я не чувствую прям какой-то ответственности, знаете ли. Я просто капитан. В этот раунд неплохо зашел, я был не последний. Не первый, но и не бесполезный. Первая сторона вообще хорошо у меня получилась. Ой. Это я чувствую жесткий парень. Блин, ну вот на разминке все так замечательно, да? Ну вот раз, например, нет. Что на разминке ты просто стреляешься, а тут надо сидеть шкериться и типа... Нервничать там типа, да? Да, да. А тут идешь, убиваешь как в Квейке. Ну офис в этом плане, конечно. Блин, вот лучше бы это был Квейк. Какой-то чуваки, прям... а вы не нашли... второй мне больше нравился. А вы не нашли прогик или настройки какой-нибудь в консоль, которые увеличивают черные полосы в прицеле АВП, ну, типа, чтобы потолще были в перекрестие? Я еще, если что, ребят, на всякий случай покажу, чтобы вы поняли, насколько мне тяжело играть. Вот, видите? Ни один стример, ни один кейсер не играет на таком разрешении. Это маразм, но... Я у меня... вчера открыл, но стрим саммит, он там играет на 700. Да, у меня, типа, монитор такой, что я не могу играть на других разрешениях. Разрешение 2500 у тебя же. Да, у меня телевизор. Ну, реально, я играю на телевизоре, но по-другому никак. Если я ставлю меньше, это все мутное. Могу поставить с черными полосами, но тогда вы будете на яйцо смотреть вместо, например, радара, и все будет сплющено. Люди гнали на Азубу, писали, что это Азубу все в сплющенном формате показывает. У меня дефолт на лонг. Угу. Даже не знаю, что взять. Возьму ковбойки, короче, и смог. Я осколочный, пистолет другой, не глок. Ты рашишь? Нет. Нет, я в кухню встал. Есть. А в принципе пистолет этот неплохие для раша. О! Фиг. Ты видел это? Через да, смог. Через смог. Into the smoke. Банил. Я перезаряжаться зачем-то начал. Забежали в кухню уже двое. Я не могу, на пистолетках я, может, одного человека за 15 пистолетов убил. Смотри, короче, по 20 часов, чуваки. 64. Зентер, да, 20 часов. Кэл, красавец. Ну, напиши мне команду целиком с жирными полосами, такими, знаешь, что просто жирные были. Не слишком жирные, но жирные, чтобы нормально было. Артхаус порно обязательно, чуваки, обязательно. Дайте рашим гараж с пистолетом, насрать. ХДС. Сейчас. Он тоже будет рашить просто. Близко есть гараж. Это шок. Они зашли с лестницы все. Лодка. Три человека там. Твою мать. 13 хп. Ой, 16 хп. Тихо. Я хочу засейвить. Семьдесят восемь от 5 попаданий. Редко так с петуха не везет. Не купили. Не, кстати, что-то часто в последнее время так не везет с этих форм. А я закупился, чуваки. Я думаю, у всех есть деньги. ХДС. Чё ты? Мы пропустили тайминги, чё? Я уже там должен был быть. Отходи отсюда. Ко мне в кухню никто не придет. Идут. Ну, давайте просто я смог дам. Близко. Отходите, отходите, смог дал. Один хп. Лоб. Отходите. Почему все друг с другом-то идем? Да ладно, ну прострелом прошил.
Да. О, в кухне уже. Блин, быстро сбежал, да, за вторым сэром. Ну, это жестко будет. Лево ХД еще один. Но он не мертвый еще как. Господи, зарядка. 0-3. Закупайтесь на все, тут надо по-любому что-то вытаскивать. Дайте старую расстановку, двое, кухня. Смоки, да? На смоки же. Я положу там, не кладите сейчас, чтобы смог не тратить. Ты второй положка, а мой кончится. Приятно будет выиграть ее, думайте об этом. Не плачьте раньше времени. Да, надо выигрывать. Осталось всего-то 6. О, господи. Всего-то 6. Геймер уже поджарил немного. Сейчас ну прострел. Это вообще забей. Отойди, отойди во вторую. Ты слишком пробит. Уйди отсюда. Я через смок. Отойди во вторую кухню вообще. Ваня. У них может в стаке просто один читак быть, чтобы легче бустить. Близко, например... близко, близко. Ну да, вот Зендер там и АВД Фокс, они в друзьях как раз. Угу, простреливают здесь, простреливают. Эй, двое лонг. 50 хп у пацанов. Хадес убей, Хадес. Ну что, и прыгают как безумно. Да. Фолловер советует еще одну карту, но я не озвучу ее, потому что она типа офиса. Это будет второй круг ада. На стриме по Дирту сказал, что ты справа, почему не купишь машину? Потому что я ненавижу машины, и все, кто любит машины, считают педиками конченными. Я пешеход и горжусь этим. Это у нас в России такой фетишизм, да, на машину. Да, да, да. Типа это, ну, есть, я не знаю, да, да. У нас это реально роскошь, типа, и да, предмет слава. Да, признак слабо. Достатка такой. Да, ковыряться там в ней еще. Ну, это с совковых времен еще пошло. Ну, для да. меня просто не солидно фапать на машину, это для животных самых тупых. Как и водить. Сидишь, как обезьяна, рулишь. Как стал белый гадать. Человек заказал такси, да доехал. Кухня уже зашел. Кухня 45. Нет. Их не принимать вообще никак. Что не так? Давайте разберем детально побыстрее. Ну они просто ну, перестреливают 0, 5 нас у меня везде. Видишь, да? Давайте да. поменяемся позициями. Два раза меня убили через... давайте, давайте поменяемся. Давайте. Я на длину тогда. Меняемся позициями. У нас сейчас бай нет, да? Окей. Сиди, ну пошли. Окей. Ну пойдем тогда. До конца вышел с Сако. Еще один. Да, клатч. Форкик. Да, вот это печальная карта, конечно. Тут совсем ничего не придумать. Как думаете, где пойдут? Я бы на том месте залез в одно из окон и просто, блядь, насейвил девайс. На следующий раунд у нас у всех будет закуп какой-то. Не там, короче, пошли. Да, Зендер это с Смурфа играет. Ну, у него основной аккаунт тоже там. Да, в друзьях. У меня там 200 часов всего, это тоже какой-то странный аккаунт. Так. Кому купить что-нибудь? Или всех? А, у всех все есть? Отлично. Я на длину. Давайте, парни, мы можем. Нет. За... У тебя смок есть? Погоди, засмочь баню. Ага. Они через смок прошивают, забей. Ну, отойдем. На. 10 хп он мне оставил, ну это прям... Это начало великой победы. Они могут зайти сейчас в смок.
Вот это что сейчас было? Геймеры прострелили просто через смог. Так я тебе говорю, вот это AWD Fox и... Ну они знают клевые прострелы. Вау. На длине трое. Красавчик. Но им насрать, они слепые стреляют. Я еще не попадаю, и они стреляют хорошо. Я еще своих убиваю больше, чем они. Убиться охоту. Пойдем гараж рашить. Пойдем. Шок. Че, а закупаете? Да, пошли гараж рашить. Ну а че, типа, тут ничего не поделать уже. Скорее просто закончил, чтобы зуб долечил уже. Кайф, да? Пол. Как прорашил. Кайфово. Лучше веселка. АВП, да, у них там на вообще лестнице. Калаш можешь вон подобрать. Ну, вот. Топают окна. 3-2, можете сесть на сам. Как же не повезло с фиксейшеном сейчас. Ну, петушок. Золотой гребешок. Не, его не слепит гренаты, не кидай даже. Один окна, а второй, не знаю, вот у меня, который убил. Хадес, там анальный червь сейчас заползет. ДЛ один. Вот, ДЛ должен быть. Ну, ДЛ я вот смотрю. Одновременно выходите. Молодцы. АВП или калаш? АВП, конечно. Все, чуваки, теперь осталось только. Калаш я тебе дам. А, нет, не дам. Тогда я дым положу перед кухней. Что у тебя по деньгам? А, у тебя есть деньги. Нифига тебе нету. Я дым положу перед кухней. Давайте, сейчас затащим, ребят, сейчас затащим. Ну, традиция, я снова вернулся. Банальное местечко. Геймер, отойди лучше во вторую кухню, и просто, когда меня убьют, вбегай, и там, сослеп, или просто ваншоть. Я, типа, разменяюсь, просто, постараюсь точно. Угу. Простреливают с кухни. Справа. Угу. Баня есть. Тут у меня все. Кормовых и в бане был ласт. Сколько да? Нас? Три нормально. Не знаю, куда он шел. Ололо, сори. Сори. Жесть. Жестенько. Ладно, я отойду тогда лучше. Теперь. Отойди лучше, Леда. В любом случае. Ну ща эти двое фиданул, такой. По-любому. Ну один остался у них. Не, я про наших. О, хороший смог. Риги сейчас неплохо. Тебя прошли через него. Да? Ну давай проверим. Я специально нет, встану. Ну какой дебил будет сейчас прошивать на ну, этом? Ну я думаю, что он сейвит, наверное. 33 секунды. Нет, он не сейвит. Минус 4, кстати. Повезло прям. Чуваки, так же встаем. Так же абсолютно все то же самое. Не надо их удивлять. Я положу дым перед кухней. Геймер, стой во второй кухне. У тебя будет преимущество, ты будешь знать, как они заходят, то, что они заходят, когда меня убьют. Дмитрий, тут опять хуйня. Да-да-да, я тут, нет, все нормально. Может, я и не прав, конечно, но мне кажется, так логичнее все стоит. Я сейчас тебя потяну, я не привык, что ты зеленого цвета, ты у меня голубой как бы был. Голубой. Они пройдут с столовой, возможно. Да, я слушаю. Я туда все. 28 хп. Второй там. Подходи туда, Сексей, я тут. Один в кухне. Осторожно, парень. Пожалуйста. Заложника взяли. И убили его на залоге. Еще есть там? Последний. Один остался, неизвестно где. Я знаю, где у себя в окнах там. Видишь, геймер, а в идеале мы даже двоих могли забрать. Так что так стоять все-таки выгоднее. А иначе бы они нас вдвоем просто замяли в первой комнате. Да ё-моё, опять Энери. ДЛ никто не смотрит? Он с правой стороны, ХД справа. Ты можешь
Давай сейчас ты будешь встречать, типа, ближнюю, а я вообще сяду за этими, да, за стульями. Так лучше даже. Как насчет камбэк, там, Израиль, все дела? Нет, нет, чувак, тут о камбэке можно говорить только если реально пойдет хоть какой-то шанс на камбэк. Если все раунды скоро... сейчас 10 раз. Я дым положу. Не-не, пока не то, что вообще рано горит, пока они, ну, типа, нас разносят, я уверен, что там и читаки есть, вся фигня. Да нет, полный фарш. Там, может, какой-нибудь Global или просто сидит со сморфом, балуется. Да не один он там сидит. Он меня прошел. Угу. Хадес, дай пройти. А, я того тоже прошел, значит. Прошли кухню? Да, проходит. Один плейн хп. Он не вышел из кухни, он на входе прям сидит. Еще один там Спадили остался. Нас. Последний остался. Да. Блин, чуваки! Я тупанул, пипец. Он зашел в офис, стоит рядом с залогом. У него по 90, не прыгайте на него. Чуваки, мой косяк, я зачем-то на гранату переключился. Ну, вообще отлично отыграли, надо еще так же продолжать. Это у них полубай, полуэко был там что-то с петушками. Кто-то у меня дыма нет, перед кухней положить, сами положить. Нахерна я достал гранату, я вообще-то пришел, что... Ну, на самом деле он выходил, прям когда я достал гранату, так что, скорее всего, он видел, типа, сквозь стены там. Че, я один новенька? Ахаха, попал, но не убил опять, как всегда. Ну ладно, ничего страшного. Хоть красным сделал, то. Все кинули смог. Горите. Блин, я не знаю, какую позицию еще взять такую, чтобы он... Жди меня, Сфиксейшн, жди меня. За Сакон. Понял, да, ВП как стреляет. Да, да, я тебе говорю, там ВХ. Это в смысле вообще жесть. Через смог, ты только вышел. Старайтесь не давать ему поводов вообще, и да, киньте репорт. Да не выходи, да. Еду, может, с Ксюхой, не знаю пока. А может, и не с Ксюхой. Так тебе, сученька. Да вот выбирай, может, с Кариночкой. Он сидит там. Все, найс. Хорош. Кадес, я сейчас опять случайно на реакции пущу. О, последний в это, в бане, в бане. Такая вот банька-парилка. А ВП надо? Только есть. Не расслабляемся, это важно. А кому-нибудь нужен калаш? Нет, никому. Кому-нибудь, да, походу все у всех есть. Зажиточные крестьяне, однако. Дым положу в этот раз. Сигарет, ментол. Завтра я буду пьяный. Плохой дым от Фиксейшн лег у меня. Другой. Близко идут, близко уже. Флэш. Отхожу, ни хрена не вижу вообще. Хадес, хорошо, флэш. Парни, молодцы, хорошо. Нет, я. Хадес только... меня спас. Там ноги торчат, проходит справа. Угу. Авик у них. Я понимаю, что у меня не самая интересная роль, но... Окей. Главное, чтобы действенная была. Да-да-да-да-да. Один раз уже помогу. Они два тут стоят, оба стоят. Не лезьте просто. Не выходите, да, давайте подождем. Не выходите! Второй пошел со стороны окон с МК. Где есть инфа, не? Где он бежит? Со стороны окон был. А, уходил туда. АВП там. Там, подобрал. Флешка-то наш. Блин, такую, конечно, давайте игру идем. Хотелось бы перевернуть, но... Да, пока еще рано. Близко. Я думаю, что... Ну, атака у нас все-таки не такая хорошая. Щелкает прицелом. Ну, ты зря пошел. 20 секунд. 20 секунд, как бы. Ну, выйди просто по контри меня. Здесь. Че за негров тут показывают? Че вообще здесь показывают? Профитс. Не, он сейвит, скорее всего. Нью. Новая рекламная кампания. Блин, я не успел ничего понять. Каких-то чеченам дома продают каким-то, что ли.
Хадес, возьми. Ой. Ага. Что такое? Угу. Спаймер, я ранг посливал, чтобы играть комфортнее было. К валяется, я случайно купил. Дым кладу. Так, там АВП, надо забывать про это. Вообще, может, и стоило бы выбить, но... Ты это видел? Я видел то, что тебя убили. Но это теперь... через смог было. Теперь уже они не будут стесняться, им отраунд очень нужен. Господи, да как вы там стоите? Сядьте, сядьте, не лезьте, плиз, ребята. Нифига. АВП было в гараже. Кинуто. Щелкает возле геймера здесь. Ну, да. Свитчит. Скоуп. Один, короче, окна, другой баня. Могут и на кухню пойти. Один окна, другой баня, но лучше позиции держать, парни. Да. В Японию заглянуть не планируешь? Нет, тогда слишком тяжело документы получить. Как тебя выживший с Ди Каприо? Я не смотрю кино, к сожалению. Я любитель. Тейл простреливает. Опера. Молодец, остался ВП. Блин, выбить бы его на самом деле, но это такой... Отлично. Точно, Авик, можно ВП? Нет. Ну, там... Да-д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 а-
Себе слышу. Чуваки, тащит, а мне приятно сидеть в этом офисе с вами общаться. Порно-опера. Ну иногда и порно-опера. А чё плохого в порно-опера? Ребят. Что такое порно-опера? Ну это когда поют и трахаются. А там голоса такие постоянно подпрыгивающие, знаешь. Слушать не всегда приятно. Да не, нормально эти. Не знаю чё. Блин, вот в Сарсе можно было говно какое-нибудь подвинуть, а здесь вообще скукотень, короче. А, блин, залог-то где в этот раз? Близко. Да. Я слепой. Постреливают по нажуток. Чё по смоку? Кинуть могу. Ах, как плохо вообще. А, все кинули. Я могу смок дать, идёшь. Хорош. Блин, ну вот иметь бы на таких соперников идёт. Подруб, знаете, специально. Гандикапы, сейчас скажи. Найс, меня опять через смок. Двое лонг. Дай пройти, близко. Дай пройти. Один близко, один близко. С пистолетом. Угу. Хорош, два. Я смотрю кухню. С петушка откуда? Тайминги какие жесткие. 58 из двух не залетело. 7-8, кстати. Ну, они много за атаку взяли в начале, видишь? Mm-hmm. Да, у них 7-1 было. Пистолеты, пистолеты, наши любимые. Давайте все береты возьмем двойные, а вот прям такой сюрприз им выкинем, типа. И для себя сюрпризом. Вдруг кого-нибудь убьем. Давай, давай, окей. Типа спам пуль будет бешеный, мы и мы ковбои такие, элитное подразделение. А потом ты разряжаться по 100 лет, да? Геймер, купи эту. Да, блядь. Может он хорошо стреляет с этого говна. Уже нету, сам начале купил. Погнали, 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 окей. Раз, помнили. Now time to die. This is как там, the first day I died. First time. Ну ланге пока никого. Ну ланге с правой стороны. Мы опять сейчас в ряд встанем, он 6 хедов поставит. Я поразвлекаю их на свет. Давайте заходим прям. Заходим. В офис, в офис. Зашли. Справа, с левой стороны один. Да ну брось, это вообще не серьезно. Да, берет калмы с собой. Угу. Угу. Ну это флешмоб у нас типа такой был. Отличный флешмоб. Ну, мы ну ладно, мы и да, мы бы все равно не взяли ее, так что насрать. А моральное ограбление лучшее, что я видел в жизни. Да, я всем говорю. Блин, отстойная игра на самом деле. Столько потеть и не залетело, блин, с этого говняного оружия в конце. Но я бы все равно, наверное, против последнего. Они могут сейчас рашить гараж, кстати. Нет, они смоки кидаются и его выиграют. К тому же им норм, типа, они кладут эти смоки, через них нашивают. Им ну, клево да. И здорово. Живется.
баню. А, перемычки есть. Угу, прошли. СГ, что ли, уже взяли? Да. Ну как бы да. Они как бы видят, они там, как пули летят. Видят, там трое. Туда это куда? Не Ух ходи ты. К нему навстречу, промежутки. Не ходи. Остановка. У него гранитный камешек. Ну а куда ходить? Да ну, не умрем как бы. Он да, просто кидает они. Смок, выходит и через него стреляет. Это вообще нормально. Справа близко сидит пред... А, ясно. Человек и фикус. Получали, расписали. Еще один. Не закупайте сейчас. Еще один. Экономический. И потом просто берем 8 раундов подряд. Окей. Сейчас школьника до 2 звезд понизит. Дмитрич Рыжий, Разрушительный Легенд. Но я еще себя не видел, надо признать. М? Кто знает, кто я из Разрушителей... Ну, типа, как я внешне выгляжу. Ты Рыжий, типа, из Разрушителей Легенд. Дым уже лежит, гранаты закидывают на гараж. Я не знаю тут, что делать вообще. Мне против таких нереально играть, я не представляю. Как их вообще можно перестрелять. Они очень глубоко дефят, увидите же, да? Мы на ланге даже подходим, а они... Их нету на ланге тут. Ну а чё, они, видишь, они типа видят глубоких заложников, им плохо. Ну да. К тому же они всегда очень таймингово все кидают. И... Секси, у него что-то такое, типа дробовика там. Вышел еще один. Я хэт, по-моему, поставил ему. Так, он опять нашьёт. Патрон кончится. Блин, топнул по-уродски я просто. Вау. Бля, есть пушка. Слушай, ты, по-моему, мы 3 в 5 идем, да? Да, но. Только у нас хп один чувак забежит, давайте... таким бизоном нас. Давайте я просто вам инфу дам. Радар. Я еще и немного минус попал. Отлично, разменялись. Слева есть. Слева вышел из офиса, офис. Из главного. Хорошо. Ласт остался, гайс. Ласт, 25 секунд, он на ланге. Залог надо трогать. Здесь, справа. Близко, справа, близко. Здесь. С дробовиком. Хорош. Дробаш могу скинуть кому-то. Ой, кому это надо? Нахер. Тут всех бабла полно. Только дела наши говно, чуваки. Давай, командир, теперь ты капитан, я не знаю, что делать. Я... Кто угодно, кто возьмет на себя. Я просто не знаю. Окей. Ну просто тогда ходим и стреляем. Какой-то за смысл на атаку я не вижу смысла здесь делать против. Да Илья, все нормально, 8-10. Ну чего? Ну че ты? Ну че ты говоришь, что все нормально, все плохо. Ну вот, кроме вот этого момента. Ты живой? 13 хп, ну прикинь. Блин, Хадес. Он там опять. Ну, в меня стрелять не надо. Так ты прыгаешь с стороны в сторону. Блин, он такой агрессивный, где не был. Есть, у него нет. Да вроде нет никого. Но он назад отбежал. Я слева, значит, скорее всего. Да-да-да, я дымовую кладу туда, но. Блин, я криво ее положил. Флешка норм легла. Ну мы выбили, я думаю, длину, но типа не будет же он тут сидеть. Все возможно. Я боюсь, у меня сейчас пуля какая-нибудь шальная залетит и все. Че по длине-то? Геймер хорош. Разыгрался парень. Я всегда в него верил. Ну, близко. Хадес, есть еще кинуть? Дым только есть. Нет. Ну засмочьте перемычку и сходите в кухню, лол. Ну, кухня осталась. Где? Кухня впритык.
Да серьезно. Ну я не знаю, что делать. Тот сколько на? Хорош. Фу, блин, вообще да. Просто. Смотри-ка, прям в ноги зажал так. Я с ЭТМ-ки вообще не умею так стрелять. Я только по одной, по две пульки с ней. Профессионализм, тропия вообще. Донатил на ГТК? Нет. Там на рак собирают. Типа ничего не рак, точнее. Ну я бы задонатил на убийство животных, но я не верю, что эти деньги туда пойдут. Да, мне тоже не особо верится, знаешь, если честно. Так, а ждайте раши всегда, не расслабляемся. 9-10, это прикольно. Дмитрич, мы длину зажимаем оба раунда уже. Угу. Надо продолжать в том же духе. Если что, я на гранатах. Там да, нет никого. Да, опять глубоко оттянулись, типа. Я смог перемычку, да? Правой ну, стороны. Стой, отойди! Вот это тайминги, да? Они, видишь, ждут. Я только гранату в руки беру. Сразу. Да, как гранату берешь, они сразу выходят. Близко. О, вышел с петушка. Кто смотрит? Кухня, лол. Хадес. Ну, один хп, чувак. Ну, так смотреть надо, что ты встал. Так ты предупреждаешь, что делаешь? Там в примечке. Еще слева есть. Вышел. Я же тебе сказал, двое. Чуваки, я спину крою. Спина. Ну, все, готов. ХП. Справа, геймер. Геймер справа. Геймер справа. Геймер справа. Вовремя. Хорошо, 10-10. Фу. Но это очень тяжелый раунд был, мне кажется, мы можем так больше не потащить. Игра очень тяжелая. Да у меня уж пердак горит. Угу. Этот пердак в огне. Блин, какой-нибудь легкий раунд сыграть, типа кухни, но хрен мы его сыграем. Ладно, пойдем. Пицца что-нибудь мне. Я на длину пойду. У меня ФАМАС смог. Спасибо. Гараж. Погоди, возьми ХДС. Твой гараж? Вот тут да. В окошечке сидим, типа мы три девицы под окном. Давайте. Твой гараж пошли. Топают, но не выходят. Они сидят. На козырьке надо чекать там это. Минус один вот там, который был, второй остался. Слева сразу чекай. Хорошо. Гараж кто наш открыл? Я. Yeah. Да. Так, чё у нас там? Двое осталось. Козырёк чекнули? Да. Фильм да чисто уже смог, улицу да? Прошли. Ну, блин, я боюсь... Скажу кухню. Кухня близко. Близко, пойдём. На ланге один. На перезарядке. Ай! Яха, муха. Я убивал... Я убивал кухню. Это наш город. Я все деньги потратил. Блин. Мы в говне. Какой отстой. Берите пиписы, надо что-то придумать. Вон этот геймер раскидал. Петушок берите. Я с бизоном. Черт. Блин. Ну вот сейчас прям я жестко лоханулся. На самом деле это мой был Кент, а я на перезарядке вышел. Думал, стоит савапе, на. Да. Он оттянулся уже. Блин, да я тоже полный дебил, убил бы сразу эту кухню. Да и может быть не стоило выбегать, если честно, сейчас, типа так. Сейчас он на лонг перетянет, я думаю. Да... А? Как тебе такой поворот? Спасибо. Я, короче, репорчу вот этого от Fox, а в это Fox. Да, он тебя прям жестко слил, конечно. Это я говорю, стоят ублюдины и рили ждут, пока я гранату в руки возьму. Да ну хорош! Пока я перезаряжал, он вышел. Блин, у них такие тайминги жесткие. Да они знают просто, что вот. Это Зендер, АВД Фокс, вот эти. Кто-то из них с читами. Я не друг друга инфу дают. Скорее всего, АВД Фокс с читами, потому что он на самом последнем месте, типа не болит, чтобы. Такая страта есть. Бай делаем или что? 10-12. Не знаю даже, что не, делать. Забей, отдаем сейчас. Ну это, блин, обидно, конечно. Но тот раунд опять. Блин, от нас все время проблема в одном сраном раунде. Мы Да в этой игре всегда так, кстати. Брали бы его, и уже путь к победе открыт бы был. Но теперь в полном уровне. Даже сейчас. Понятно. Опять я прыгнул и... Что?
Ямычки, Алик. Там двое на длине. Подлетел. Два авика на длине есть. Слева АВП, и справа АВП. Да. Давайте я такой, типа. Да, бэм. Мы с ЮМП убиваем. Бэм. Опять на перезаряд. Как он это делает? Ну что за говно? Я про него тоже говорю. Перезарядка на... Она на слух, что ли? Или я не понимаю, он слышит, как я перезаряжаю оружие? Я не понимаю этого. Каждый раз, блядь, только достанешь гранату или перезаряжаться начнешь, сразу выбегает и... Меня горит. Вот, блин, Global Elite как играть умеют. Пипец просто. Чуваки, не расстраивайтесь. Все еще можно изменить. Нет. Алекс. В скобочках. Да конечно, конечно. Сейчас будет вообще феерично, если меня прострелят. Дейл Котс на один в смоке. Слева в ничке и справа смотрит. Я чё-то вообще плохо был сейчас. Заходи, Илья, заходи. Я бегу, бегу. Там еще будет... Не, я спину тебе открою. Че, не буду заходить на него. Окей. Сейчас бы Ильи бы. Блин, чувак, есть я боялся, что тебе в спину зайду. Близко был где-то. Вот тут, да. Топал. Хорош. И ласт авик, длина был. Один авик я убрал, насчет второго не знаю. Авик твичится у Ильи. Осторожно, Илья. Слышу его, да. Он к тебе идет, здесь. Да, блин, я заранее сжал, и то не смог. Прям у выхода из перемычки стоял. Тут? Не, слева. Не-не-не, не так, не так. В смысле слева, вот как убил меня тут слева. Слышал? Тут слева. Слева, слева! Да слышу, что вы кричите так? Господи, да потому что, мало ли, у тебя пушка торчит. Ты еще просрал. Авик возьми. Че это? Боже, что спамит. Лок коммуникейшн. Нет, Талин, сабов у меня нет, это фолловеры. Господи, Иисусиный кал. О, я был супер последним, уже не самый каловый. Ну, я не знаю, чуваки, ну такой матч противный. Такие они мрази в соперники. Мне кажется, они СВХ. Хорош, он его все-таки вцепил. О. И еще одного. Так, тихо, 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 не торопимся, ребят. Слева, слева. Да, слева. Там... Ща они жестко четырить будут, я вам говорю. Илья, близко. Длина, это приехал. Остался. Он в АФК скорее. Все равно не торопимся. Флешка сейчас будет. Смог, смог. Я беру залог. Кухня, кухня. Стоит слева. Давайте, слепой. Я стоял. Чуваки, если бы мы проиграли сейчас, это было бы просто. Ой, я заложник чиркнул, минус косарь. Отлично. Но я его вернул себе обратно. ВП лежит. А Сикси, тебе нравится с ФАМАСом? Может тебе дать другое, нет? Я или могу ты... купить, типа. Ну окей, ФАМАС, окей. Очень классная вот штука на 3 патрона, когда зажимаешь правую кнопку. Ладно, ладно. Вот чисто в голову убивать. CSGO это говно обоссано. Ну, меня почему-то только так с ФАМАСом. Тихо-тихо, все, не гальдите, ребят. Надо собраться, 12-13, вдруг протащим каким-то чудом. Геймер наконец делает все как надо. Это круто. Ну вот. Хорошо. Флэш дам. Вторую даю, вторую даю. Нет. Мы тут поджимаем. Оп, скажите, да. Как будет. Слева, слева есть один сидит. Понял, отходи. Флешка дам.
Я перезаряжаюсь. 5-5. Кухня один справа. В минус. Справа не один. У меня вот 16 хп, иди ты ходи. Сори, я чуть-чуть не успел. Спасибо за инфу. У меня ФАМАС все равно был. Блин, да он не школьник, ни хрена, у него голос старше, чем у меня. Че он школьник называется? Он сказал, у него ангина, типа, и он не школьник. Просто не может скайп из-за ангины. А, прости, братан, я понял, что ты не школьник. Извини, я думал, ты школьник. Да ничего. Не, а ты реально школьник или нет? Первый курс не школа, да? Ну, почти школа. Ну, конечно, школьник. Первый курс, да, да. Все, все, чуваки, собрались потом. Калелов, смотри, какая и так раздача тут. Еле-еле раздаем. Нет. У них эти пистолеты. Пока раздача не будет. Нет, не торопитесь. Близко, близко. Стой, не иди. Всё. Не заходи, там грена. Все, уже зашел. Постоянно. Там авик. Тихо, извини. Перемычка авик. Авик в перемычке. Или офис, или перемычка тяжелская. Слышу, просто стреляет. Да умри. Ну конечно он не умрет. 20 хп на ланге. А в офисе авик. Боже. За столом. За столом. Я даже не понял. Акалелов, не раздача. Мы поторопились. Розыгрыш через 60 фолловеров где-то примерно. Просто поторопились опять. Ну, естественно, они вот такие раунды, они будут супер жестко всегда играть с подругом. А может они специально типа отпустили нас и дали да, нам? Да. Они вот эти вот. ХД, закупай эмки, да. Короче. Я уже галил взял. Фу ты галил ФАМАС. Чуваки, давайте попробуем насрать. Блин, моя. На самом деле это моя грена, типа раунд проиграла. Я что-то затупил вообще жестко. Думал, классная идея будет. Не прочитал ты, что зарашил. Баню смог дали. На ноги есть. Геймер вырубил одного. Че с лонгом планируется? Ждем, у нас дыму все. Здесь надо ждать, пока в бане смог пройдет. Так. Через дым. Ой, сори. Да, Владимир, я для вас специально. Виталик, спасибо за фоллоу. Непонятно, что делать, потому что. Смотри, вот ХД видел, да? На ТЛ кучу смоков дали. Не могу сдолжить. Очень классные. Как они догадались? Один авик там, вот этот Гринч. Откуда меня прошили? Откуда меня прошили? Как будто с нашей базы я вообще не мог. Они меня не могли даже видеть. АД, стой, чекай, просто стоим, у нас 40 секунд еще есть. ДЛ коцанный, 60 хп осталось. Он перемычку ушел, по-моему. И. Вот 60 хп у него. Убил меня на ДЛе. 43 я ему снял, значит, у него. Смотри меня. Так, сейчас работаем прям тихо-тихо на шифт. Он уже Господи, бежит. На шифтах, пожалуйста. Там 12 хп у чувака. Врага. 12 хп? Да. Отлично. Ну, если ему снял, конечно, 60. Ну, у него 7 хп тогда было. Нет, стоп, я снял 43. 60 снял асфиксейшн. Получается, у него было минус 7 хп на самом деле в этот момент. Ой, чуваки, сейчас они нас... Просто очень осторожно. Сейчас они все читы, все волхаки просто. Гараж, смотрите, да, чтоб раш не было. Гараж, давай, с ХД с тобой. Я смотрю... Длинно. Смог, дали. Нет. Ну и все, типа, ждем пока. Баню кто смканул? Не наши, значит, что-то там есть, я думаю. Ну, для них есть. Геймер, осторожно, баня. Может быть. Господи Иисусе. Простреливают уже. Осторожнее. Дали. Окно. Гаражное. У меня грен нет, если что.